Что касается, скажем так, вот происшествий, ну, произошло, опять-таки, воскресенье падения человека с 12 этажа на улице Дзержинского со смертельным исходом. Как бы соответствующие органы выясняют причины, в связи с чем это все произошло. Ну, в общем, можно сказать, что за исключением вот этого нехорошего как бы инцидента, дежурство прошло достаточно спокойно, достаточно хорошо, и вот город выглядел, я считаю, достойно.